Пулькевич Александр Анатольевич, город Слуцк. Мой водительский стаж составляет 42 года. Я за рулем ежедневно. Военный пенсионер, в данный момент не работаю. Увлечение, рыбалка, дача. Карточкой Белкарты я пользуюсь ежедневно. Пенсию мне перечисляют именно на эту карту. И это основная моя карта. Автомобиль Peugeot 3008. Именно этот автомобиль принес мне удачу. Клиентом «Беларуснефти» являюсь давно. Ну, заправки «Беларуснефть» находятся рядом с домом. О проведении рекламной игры ранее слышал. Ну, вплотную так не условиями не интересовался. Когда Георгий Колдун сообщил о победе данной игры, эмоции были неоднозначны. Звонок состоялся накануне моего дня рождения. Ну, я, естественно, подумал, что розыгрыш. Сообщил, что завтра вам перезвонят, и так и было. Первым человеком, с которым я разделил эту новость, была моя супруга. Ну, данный выигрыш разделим с детьми и внуками. Я не сильно много путешествовал. С удовольствием посетил бы Мирский замок. Другим участникам рекламной игры пожелаю чаще заправляться на заправках «Беларуснефть» и рассчитываться платежной картой «Белкарта».